Мы работаем для вас, дорогие подписчики, с самого утра. Поэтому у нас сегодня завтра каша. Хочу подумать, что ты заливаешь грин. В любом случае, да, и это лучше с тобой. И потом еще остальное. Если иначе, ну так это будет трудно. Хотя, конечно, можно есть и тупо пассивно это заливать. Но вот эта вот история, она приятнее, то есть не вот на... Углеводы, они хорошо усваиваются, будете мощными, сильными, как я. Вот. С тех пор, как я сказал, эту историю стажера, он постоянно сладко ест. Так вот, кстати говоря, еще есть история про стажера. Он так, он не первый был, кто мне сказал эту историю, вот эту городскую легенду. Он сам-то всегда побоялся лезть, но решил его проверить. И рассказал мне другую историю, о как он занимался сталкингом. Сталкинг — это вот такая вот история, когда вы там лазаете по трубам где-нибудь, ну, по заброшкам всяким, вот, и он этим раньше занимался. И рассказывает. Лен понял какую-то заброшку. У нас есть единая легенда в городе, что существует это секретное метро. И типа реально, причем, типа, на самом деле его невозможно построить, потому что у нас почва неподходящая. Но это ничего не тут истории. История заключается в том, что стажер хотел его найти, это метро. И как-то лезут они по такой же трубе с товарищами. Стажер вместе, короче, знакомится с этим своим товарищем, зовут его Афоним. Димас, перед ним Афоним. И чтобы вы понимали, вот голова Димы, нашего стажера, а вот тут вот две головы, это Афоним. Я с него как бы Thank you.
А вот такая тыня, она в районе тысячи, но она в основном всегда будет. Это тысячи, полторы, самая крутая, там, две, три. Три — это вообще просто зашкварно, такие, там, из алюминиевой стали, там, из титана, ё-моё. Вот такая штука. И вот это расходник, конечно, да, то, что